хотите быть владельцем своего автозаполняемого сайта, который сам себя наполняет контентом, да еще и сам себя рекламирует. И кроме этого, зарабатывает для вас деньги, почти без вашего участия. Ну ведь правда, вам же хочется иметь в собственности свой автозаполняемый сайт. Тогда давайте я вам расскажу, как вы можете его получить. Ну и для начала, давайте начнем с самого интересного. А именно, с доходов. Я вам покажу статистику одной из рекламных площадок, где начисляется денежное вознаграждение. А сайт может работать одновременно, не с одной, а с несколько такими площадками сразу. Что я вам не просто рекомендую, а и покажу. Итак, начнем. Мы сейчас с вами находимся на одной из рекламных площадок, а сайт работает одновременно с несколькими. Тут собрана статистика по работе автозаполняемого сайта, который сам себя рекламирует. То есть мы видим, сколько было выполнено переходов по рекламе и сколько заработано денег за день. И не только за день, за различные периоды времени. Сейчас я вам покажу, как эта статистика работает, и расскажу вам обо всем подробнее. Как видите, здесь есть и другие разделы, о которых я подробно расскажу в видеоуроках. Давайте посмотрим статистику за сегодняшний день, это вкладка «За сегодня». И здесь показано, сколько было переходов по рекламе и сколько было заработано за сегодняшний день. Я прошу заметить, что день еще не закончился, и на данный момент было совершено посетителями сайта 46 переходов по рекламе и заработано 324 рубля. И это только в этой партнерской рекламной сети. А я напоминаю, что сайт работает одновременно с несколькими такими рекламными сетями, которые я тоже покажу. Дальше, чтобы нам посмотреть другую информацию, перейдем на вкладку «За вчера». Для этого достаточно просто кликнуть на нее. И вот перед нами отображена статистика работы сайта за вчерашний день с этой рекламной сетью. Здесь было сделано посетителями сайта 65 кликов по рекламе и заработано 468 рублей. И это только в этой рекламной сети. А на сайте установлена реклама еще из других рекламных сетей. Эта сумма была заработана при помощи сайта, который работает в автоматическом режиме. И я в принципе ничего не делаю, как и все остальные владельцы автозаполняемых сайтов. Причем каждый сайт по-своему оригинален и не похож на другой по содержанию. Так как сайт имеет уникальную функцию уникализации контента статей на сайте. Давайте посмотрим с вами другую статистику работы сайта, вот за неделю, например. Перейдем на вкладку «За 7 дней». И вот перед нами открылась таблица статистики за прошедшую неделю. А также ниже мы видим график статистики, где отображены переходы по рекламе и заработок за 7 дней. И тут мы видим, что за последних 7 дней было совершено посетителями сайта 522 клика по рекламе, только с этой рекламной сети. И было заработано 3675 рублей. За последние 7 дней в автоматическом режиме. Теперь давайте посмотрим статистику за прошедший месяц. И тут мы видим вот такую таблицу. Здесь отображена детальная статистика. Можно подробно посмотреть всю информацию за любой период времени. Первые 5 дней заработок был мал, так как в этот период времени только были установлены рекламные блоки на сайт. И сайт только начал свою работу по привлечению посетителей в автоматическом режиме, рекламируя сам себя. Но зато в последующие дни сайт начал быстро набирать обороты и зарабатывать уже гораздо больше. Тут также есть график статистики, на котором отображены переходы посетителей сайта по рекламе и заработок за месяц. Ну и за последние 30 дней было совершено пользователями 1547 переходов по рекламе. И заработано 10 568 рублей. И это только с одной рекламной сети, с одного сайта. А вы можете сделать десятки таких сайтов и подключить к ним по несколько рекламных сетей, и что самое главное, каждый сайт будет оригинальным, со своим уникальным контентом, благодаря функции уникализации контента. Устанавливаются они очень быстро, это занимает час-два времени. Тут нет ничего сложного, все уже настроено. Вам остается только добавить рекламные блоки с партнерских рекламных сетей, и все. А теперь давайте посмотрим другую рекламную сеть, ее статистику и прибыль с ее рекламы.
которая также расположена на сайте, и с которой сайт также работает параллельно с этой рекламной сетью. И еще с несколькими, которые я также покажу. Как ранее говорилось, сайт может работать не с одной, а одновременно с несколькими такими площадками. Вот доходы еще с одной рекламной площадки. При помощи автозаполняемого сайта, где также собрана подробная статистика за различные периоды времени. Давайте перейдем на вкладку «За сегодня» и посмотрим, сколько было совершено пользователями переходов по рекламе, установленной с этой рекламной сети, и сколько было заработано денег. Чтобы посмотреть количество кликов посетителями сайта по рекламе, нужно нажать вот на этот плюсик. Итак, мы видим за сегодняшний день 36 кликов по рекламе, и было заработано 284 рубля. Но в этой партнерской рекламной сети есть еще приятный момент. Это бонус постоянного партнера. Спустя некоторое время после добавления рекламы на сайт, с этой рекламной сети, каждый день будет дополнительно насчитываться бонус в 10% к заработанной сумме. И итоговая сумма заработка, как вы видите, получается чуть больше. И в итоге за сегодняшний день получилось заработать 312 рублей на данный момент с этой рекламной сети. Ну и как вы помните, сегодняшний день еще не закончен. Давайте посмотрим статистику работы сайта за вчера. За вчерашний день было 57 переходов по рекламе и заработано 419 рублей. Но с учетом бонусов 10% итоговая сумма за день вышла 461 рубль. Посмотрим статистику за текущую неделю. И если нажать по сумме доходов за любой день, тут также открывается график статистики доходов под таблицей со всеми значениями. Итак, за текущую неделю было совершено в этой рекламной сети 382 перехода по рекламе и заработано 2953 рубля. А с учетом бонусов 10%, итоговая сумма за неделю вышла 3248 рублей. Давайте теперь посмотрим статистику за предыдущую неделю. И тут мы видим 447 переходов по рекламным блокам. Заработано было 3074 рубля. И итоговая сумма 3711 рублей. А теперь перейдем на вкладку «За текущий месяц» и посмотрим подробную статистику. Как вы помните, первые 5 дней сайт только начинал свою работу, и в эти дни доходы были минимальными. Ну а потом же заработок пошел резко вверх. Давайте посмотрим количество кликов по рекламе на сайте за текущий месяц. Было совершено посетителями сайта 1358 переходов по рекламе. И было заработано за этот период 10 199 рублей. Но с учетом бонусов 10% для постоянного партнера, итоговая сумма получилась больше. И это 11 076 рублей было заработано в этой партнерской сети за текущий месяц. Тут также, если нажать на сумму за любой день, под таблицей статистики отобразится график доходов. За текущий месяц работы автозаполняемого сайта с этой рекламной сетью. Как вы могли заметить, на некоторых видах рекламы отображаются нули. Так как на сайте используется только CPC-реклама, а в этой рекламной сети есть и другие виды рекламы. Но они нам не нужны. Перейдем на вкладку «За прошлый месяц». Но так как в прошлом месяце реклама на сайт еще не была добавлена, соответственно и доходов не было. Вернемся на вкладку «За текущий месяц». Ну и в принципе здесь все понятно. Я решил вам показать эту статистику, потому что в принципе показывать вам какие-то кошельки, а на кошельки выводятся деньги с этих рекламных сетей. Некоторые владельцы автозаполняемых сайтов выводят деньги сразу на карту. Но смысла нет показывать скриншоты этих кошельков. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту всю статистику, эти цифры. Вы можете остановить видео и просчитать сами эти суммы и цифры. Но главное, что вся эта статистика реальная. То есть мне нет смысла обманывать вас, и важно, чтобы вы убедились, что все это работает. Ну и это еще не все. Автозаполняемый сайт зарабатывает не только в рублях, а и в долларах. К сожалению, в этой рекламной сети нет подробной статистики за месяц, есть только показатели за сегодняшний и вчерашний день. Сегодня было 8605 показов и 28 переходов посетителями сайта по рекламным баннерам. И за сегодня было заработано 3 доллара и 2 цента. Вчера было показано 11565 рекламных баннеров и было 34 перехода.
заработано за вчера было $3.43. Ну а всего за месяц в этой партнерской рекламной сети было заработано $78. И так, как вы видите, автозаполняемый сайт достаточно успешно рекламирует сам себя по вашей целевой аудитории и приносит вполне хорошие суммы дохода, как в рублях, так и в долларах. А учитывая то, что это практически пассивный заработок, и уделять ему нужно минимум времени, результат получается вполне приемлемым и даже очень хорошим. А учитывая то, что вы можете создать не один такой сайт, а сразу несколько, доход увеличивается в разы, хоть десяток или больше автозаполняемых сайтов, причем каждый из них будет уникальным и неповторимым, так как автозаполняемый сайт имеет функцию уникализации контента при публикации. И каждая опубликованная запись на сайте будет уникальна, не похожа на оригинал. Ну и, конечно, продвижение, реклама и привлечение посетителей на сайт. Ведь трафик – это самая главная составляющая в любом бизнесе в интернете. Без трафика и посетителей заработок в сети просто-напросто невозможен. Сайт является не просто автозаполняемым. Он еще и умеет сам себя рекламировать. Да-да, вы не ослышались. Все именно так. Сайт сам себя рекламирует и привлекает посетителей без вашего участия. Все, что для этого нужно, это произвести несложную настройку в пару кликов. Ошибиться практически невозможно, все показано в подробных видеоуроках. И сайт начинает сам себя рекламировать, публикуя в автоматическом режиме анонсы своих записей на всех популярных площадках и ресурсах интернета. С них и будут на ваш сайт переходить сотни и даже тысячи посетителей, что также поднимет уважение к вашему сайту поисковых систем и рейтинги его отображения в них. Ведь посетители на ваш сайт будут переходить с самых популярных площадок. Ссылки, расположенные в автоматическом режиме на ваш сайт, на этих площадках и ресурсах, положительно влияет на его рейтинг в поисковой выдаче. А это еще больше посетителей. Ведь с ростом рейтинга сайта, посетители также будут приходить с самих поисковых систем. Так как сайт будет появляться в выдаче поисковиков по поисковым запросам. Кроме всего этого, автозаполняемый сайт имеет очень большой и нужный функционал. Кроме автонаполнения, а также уникализации контента и автоматизированного самопродвижения, сайт еще имеет свой собственный сервис рассылок и сбора подписчиков в вашу подписную базу, что будет очень большим плюсом как для начинающих, так и для тех, кто уже зарабатывает. Ведь сбор подписной базы происходит полностью на автомате, где все уже настроено и готово. Вам не нужно заморачиваться с подписными страницами, они уже есть, и не одна. Вам не нужно создавать и отправлять письма своим подписчикам. Уже создана серия писем, которая отсылается автоматически. А вы с этого также зарабатываете, и это еще не все. Автозаполняемый сайт также имеет свой небольшой электронный магазин, где вы можете разместить абсолютно любые товары, свои или партнерские, где вы размещаете блоки с топовыми партнерскими товарами и зарабатываете с продаж на полном автомате, ничего не делая, ведь посетители приходят на ваш сайт сами. Вам не нужно ничего рекламировать, не нужно уговаривать, автозаполняемый сайт все делает сам. Ну и самое главное, чуть не забыл, как же выглядит сам сайт, какой его внешний вид и дизайн. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, перейдите по ссылке, которая находится под этим видео, на мой автозаполняемый сайт, попутешествуйте по сайту, ознакомьтесь и возвращайтесь обратно. Ниже на этой странице под этим видео находится важная информация, все подробности об автозаполняемом сайте и информация о том, как вы можете его получить. А так выглядит главная страница автозаполняемого сайта, который сам себя рекламирует. А теперь я попрошу вас внимательно ознакомиться со всей информацией под этим видео на этой странице. Там рассказаны все подробности о автозаполняемом сайте, я ничего не скрываю. Поэтому, если вы хотите знать все подробности, изучите данную информацию ниже. Много времени у вас это не займет, и уже сегодня у вас будет свой полноценный собственный сайт.